меня будут 10 рублей на карточке. Я такая, мне надо уехать. Вырвали все страницы загранника. Я такая, я сейчас, может, не понимаю, как будто очень страшно, и как будто очень что-то такое большое, громоздкое надвигается. Если ты такая патриотка, то чё ты уехала? Женщина какая-то из окна кидалась яйцами. В русских. Блять, как будто я в дурке. Русские, я вашу маму е... На ваших экранах уё. Товарищи, вопрос. Заметили ли вы, что в какой-то момент у меня изменился дизайн превьюшек и проапгрейдился дизайн роликов? Скажите, как вам? Я очень сильно погрузился в дизайн, честно, в какой-то момент понял, что я это вот прям искренне люблю. И в тот самый момент, когда все блогеры пойдут на заводы, я, наверное, уйду в дизайны. Буду рисовать упаковочки, постеры, плакатики, логотипчики. Честно, кайф. И если вы тоже неравнодушны к созданию красивого визуала и долго-долго откладываете момент, когда пора серьезно уже взяться за дизайн, у меня есть для вас очень интересное предложение. И это факультет графического дизайна Geekbrains. Тут вы научитесь с нуля создавать фирменный стиль, дизайн упаковки и полиграфических материалов, соберете портфолио из 6 проектов и освоите профессию графического дизайнера по-настоящему. Есть гарантия трудоустройства после обучения, либо вам вернут деньги. При этом курс подойдет даже новичкам. Вам будут преподавать топовые, всамделишные специалисты из нынешней индустрии, а задания во время курса будут основаны на реальных актуальных кейсах и требованиях рынка. И это все дело вы можете получить со скидкой в 35% по промокоду GeekMay. И скажу вам, товарищи, не тая, хороших дизайнеров много не бывает, и хороший дизайнер везде пригодится. Так что переходите по ссылке в описании и получайте актуальное образование в Geekbrains. Гамарджоба, товарищи! Те, кто не переезжали, возможно, и не знают о том, что большая часть координации вот этого огроменного русского переезда в Грузию концентрировалась именно в телеграм-чатах. И то, что происходило в этих телеграм-чатах по уровню просто объединения людей и какой-то кооперации внутри, ну, просто буквально чатика, поражает воображение. То есть буквально мне, вот Анастасия Барст, помогла добраться сначала до Еревана, а после этого от Еревана в Тбилиси, при том, что совершенно не знала, кто я. И я так понимаю, что людей, которым ты помогла, будучи создательницей множества этих чатов, их тоже, ну, счет буквально на тысячи. Сколько у тебя сейчас этих чатов? У меня сейчас 12 чатов. 12? Да. Там есть чаты по городам, чат для совместной аренды, потому что рынок жилья, ну, просто жесть какая-то произошла, и, соответственно, чтобы выгодно более снимать, люди кооперируются, снимают там себе дома, трешки, четырешки и вот это вот все. Ну, соответственно, потом еще есть чат для тех, кто уже приехал, потому что мы там какими-то новостями обмениваемся, которые уже здесь на месте, и не знаю, где купить отбеливатель какой-нибудь для белья и что-то такое. Ну, соответственно, какие-то такие более уже будничные вопросы в более спокойном темпе. Еще какие у меня чаты есть? Еще я создала недавно отзывы на арендодателей, вот это вот все, ну, чтобы они там, значит, писали какую-нибудь хрень, если с ними там, ну, как-то хреново поступили, да. Ну, то есть, да, ну, это прям вот все чатов на примерно все темы, которые можно и которые волнуют. И какой из них был первый? Как вообще началось? Первый был экстренный трип. Сейчас в нем 5500. 5500 человек, 5900. Ну вот, да. Ну что там, в общем, за 5500 уже, да. Соответственно, это был чатик, это было очень смешно, потому что я создала его
по-моему, вообще еще до начала спецоперации. Ну, потому что меня что-то это все волновало, как будто никто об этом не разговаривал нигде там, ну, ни в Инстаграме, ни в каких-то кулуарных разговорах. Я такая, я сейчас, может, не понимаю, как будто очень страшно, и как будто очень что-то такое большое, громоздкое надвигается. Что происходит, почему никто об этом не говорит? Но я такая, ладно, ну, продумывать начала по поводу Грузии. А потом, соответственно, вот началась эта вся штука с Украиной. И я такая, а там было, когда я только создала, там было 4 человека. Которые вроде бы, как бы еще... Это твои друзья буквально. Ну, это какие-то знакомые знакомых, даже не друзья, которые какой-то ближайший круг. Это вот какие-то люди вообще там левые, которые еще раздумывали. Да, нет, и вообще, ну, давайте поресерчим какую-то информацию. Потом, значит, стало очевидно, что это более актуально, чем мы могли подумать. Да, и что-то я начала сама подписываться на какие-то другие чаты, но там мне как будто не хватало какой-то информации, и я давай ее сама везде находить в разных источниках, аккумулировать это в своем чате, и такая, ну, давайте, типа, все там обсуждать, что-то я тому кинула, всему кинула, и он буквально дня за... 4-5, короче, вырос что-то там типа до 700 человек. Я такая, ну, как бы ладно, еще не понимаю, что происходит. Хорошо, пусть будет. Вот, ну что-то я туда скидывала, потом я поняла, что начало теряться, я создала канал, как раз в котором сейчас 8200 уже. Чтобы это все было в одном месте. Структурировано. Да, и прикрутила к нему чат, который вот был изначально. Ну, что-то, в общем, там вот через неделю там было уже больше 1000 человек, и это был период, когда я уже покупала себе билет, вот, и я такая, а у меня не было денег, да, и у меня была прекрасная история переезда, когда я, типа, у меня было 10 рублей на карточке, и я такая, мне надо уехать срочно, ну вот, я такая, ладно, ну давай, Настя, смелее, прикрепим туда ссылку для донатов. Мне накидали больше 40 тысяч. Серьезно? Просто люди, да, которые... Да, это... И ты написала в духе, я админ же этого чата, да, который помогает вам уехать? Да, я вот, ну, я одна это делала, я до сих пор, у меня вот только недавно появился второй админ. Соответственно, я такая, ну, я все это одна делаю, это моя сейчас фулл-тайм работа, потому что там постоянно какие-то новости были о том, что санкции, что-то там не работает, закрывают там въезд куда-то, еще что-то. И я прям, ну, прям 24/7 все это ресерчила, скидывала какую-то, прям проверяла эту информацию, какое-нибудь онлайн-табло там, чтобы, типа, люди проверяли свои рейсы. Жесть. Да, ну, короче, я такая, ребята, это full-time job, мне не на что переезжать, да, да. Вот, скиньте мне бабок. Они такие, значит, там по 10 тысяч кидали. Я такая... Я рыдала, потому что я вообще не понимаю, да, что произошло. Да, офигеть, ну, потому да, что... офигеть. Да, и это было очень... А у тебя есть какой-то, ну, журналистский бэкграунд или типа нет. того? И ты ну, не... я была блогеркой какой-то период времени, вот. Я, в принципе, умею писать тексты, умею как-то... Но типа... при этом именно регулярная работа с информацией, что ты постоянно ну, да, подцепляешь вот, новые да, инфоповоды да, и их да. ретранслируешь, это же нет, жесть. Нет, такого не было, да. Ну, как бы, welcome aboard, и меня здесь нет, но приятно, что люди так меняют профессии. И я слышал очень много историй с пиздецовым пересечением границы. У меня все легко произошло, но мне буквально недавно рассказывали, что какому-то чуваку вырвали все страницы загранника и типа так отправили дальше. Вот. То есть понятно, что это не то, что общая тенденция, это типа какой-то конкретный перегиб. Но вот слышал ли ты какие-нибудь наиболее пиздецовые истории про это? Ну, я в основном слышала не самый какой-то трэш, это было про то, что, ну, типа, чувака 2 часа допрашивали. Ну, как бы, вообще-то это трэш для нормальной жизни, да. Да, ну, по нашим меркам это так. По нашим меркам это, типа, ну, да ничего страшного, пропустили дальше, и как бы хорошо. Вот, но, соответственно, я знаю, что бывали случаи, это когда разворачивали, не пускали. Ну, это стандартная история про то, что, типа, он сказал, что он айтишник, решил, типа, по это... вместо того, чтобы соблюдать правила, какие-то инструкции, которые говорили, что, типа, говори только туризм, и что ты вообще к удалёнке не имеешь никакого отношения, и все такое, вот, ну, такой, нет, я буду говорить так, как я хочу, значит, и вот такие, хлоп, и, понятно, соответственно. Понятно, главная инструкция, я так понимаю, не говорить, что ты айтишник. Не говорить, что ты удалёнщик. И айтишник, ну, почему-то их очень напрягает и как-то беспокоит, наверное, утечка мозгов. Их это на российской границе? Да, 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 да. Их прям очень это беспокоит, они такие, типа,
что-то происходит. Ну, mm-hmm. Я слышала последние данные, что 80 тысяч IT-сфер уехало. Ну, там же уехал. Там же еще, да, компании помогали релоцироваться всем коллективам. Это прям было... Да-да-да, и перенесли. Да, вот, соответственно, ну, видимо, там все-таки испугались. Ну, соответственно, да. И вот удаленщиков тоже это вторая категория после айтишников, потому что, типа, они могут спокойно работать. Ну, то есть ты хочешь сказать, кого-то интересует утечка блогеров и дизайнеров? Ну, дизайнеров как таковых, типа, нет. Блогеров, я тоже думаю, что... Я тоже думаю, что это никому не надо абсолютно. Скорее, там, объявят какими-то синагентами и все такое. Да-да-да. Они же, наоборот, все типа, храбрятся и такие, да, тут, значит, вы вот эти вот ваши пиндосы не нужны, до свидания, типа. Именно. Да и не очень хотелось, но все такое. На самом деле, типа, на границе, по факту, беспокоят удаленщики любые. Вот, потому что, типа, у них как будто все организовано, и как будто не просто так они на туризм едут. Но удаленщики же никогда на туризм не ездят. Вот, ну, соответственно, это смешно. Но да, по факту это так. Нужно говорить, что... мы просто в горы едем, не знаю, чтобы Аджарию там смотреть, все такое, леса, природа, ну вот всякую эту басню нужно придумать себе, плюс нужно почистить соцсети, нужно почистить телегу, но сделать это так, чтобы не было понятно, что ты почистил, потому что, ну, понятно, что они не первый день живут, и не первый день и раз досматривают. И слышал истории, что на один раз на ответ цель поездки туризм ответили: у всех у вас туризм, и пропустили. Ну да, ну типа, тут нечего сказать. Но если это хорошая версия, то ты просто хлопаешь глазами, такой: Аджари. Да в Тбилиси такие тусовки, они такие: ладно, хорошо, иди уже отсюда. Ну потому что, ну, когда это вот начинается, вот это вот, кто кого, то это вот могут и не пропустить. Понятно, понятно. Хочется докопаться до слова relocation. Я просто планировал переезд 4 года до этого и был серьезно настроен все это время, правда, в другое место, но не суть. Суть в том, что мне кажется, то, что появилось слово relocation, помимо просто, ну, модности, оно отражает несерьезность намерений. То есть люди не хотят называть это переездом, потому что не воспринимают это как переезд. Для меня это как будто было немножко игривым чем-то, но в плане, типа, уровень... Ну, типа, да, уровень стресса, во-первых, очень большой, и ты, чтобы сказать, что я политический иммигрант или политбеженец вообще и что-то такое, это довольно... Ну, то есть это еще нужно прийти к тому, чтобы произносить это вслух и в каких-то разговорах, и вообще, типа, ну, нормализовать это для себя и потом для других людей. Поэтому это что-то такое, типа, relocation. Ну, соответственно, да, это вот было с этой целью, наверное, изначально, а потом оно просто прижилось. И так его ищут, и я. То есть это скорее для того, чтобы не вешать на себя раньше времени ярлыков. Просто меня больше всего удивляют фразы людей про то, что, ну, я здесь месяц на два, а потом, когда там уляжется, я вернусь. То есть понятно, что у многих там работа и все такое, но откровенно то, от чего, мне кажется, уехало большинство, но оно не уляжется через месяца два. А слушай, я думаю, что это психологическая защитка просто. Ну, то есть ты такой, ты до последнего веришь, что это не навсегда, и что там все изменится, и вот это вот все. Послезавтра и... Да-да-да, все вот сейчас, вот мы тут, это как очень многие в начале всех этих событий на Украине думали, что все закончится, типа, через несколько дней. Не, ну это и было логично, честно говоря, это было похоже на то, что было до этого. Никто не ожидал, что это будет два ебучих месяца такого ада. Да, я даже думаю, что это не ограничится этими двумя месяцами, ну, к сожалению. Да, вот, да, теперь уже пиздец. Ну, так. Так и да. Соответственно, я думаю, что да, то есть люди просто успокаивают себя, вот, и, соответственно, даже это название отражает скорее попытку более легкого восприятия, типа, и облегчения вообще всего процесса, вот, ну, потому что я знаю, например, что один чат релоцировавшихся в Ереван называется, типа, «Эмигрант на Чили на расслабоне». Ну, типа, это же смешно. Все прекрасно понимают, что у всех охуевший уровень стресса. И вообще ты собираешь детей, животных, свое любимое постельное белье из Икеи, которое уже закрылось, и ты никогда, возможно... И тут ее тоже нету. Да, и тут ее тоже нету, и ты понимаешь, что вся твоя жизнь просто, типа, вот так вот. И ты ее с нуля там будешь просто по кирпичу выстраивать. По кирпичу из туфа, если в Ереване. Да, да, ну, короче, соответственно,
соответственно, я думаю, что все просто, ну, вот в этих защитках находятся... Пытаются нормализовать. Окей, а тогда вот есть как будто две полярности. С одной стороны, люди, которые говорят, что, ну, я не знаю, насколько здесь, может, ненадолго, а с другой стороны, огромное количество русских, которые зарегистрировали здесь ИП. Да. Вот, как ты думаешь, что более реально, что через полгода вот большая часть этих айтишников уедет тусить на Бали и, ну, продолжать вот этот digital nomad style перемещение по миру, или все-таки начнется движуха здесь? Во-первых, важное уточнение. Не большинство релоцировавшихся, переехавших и так далее, эмигрировавших айтишники. Типа там, ну, максимум процентов 15. 15? Да, потому что все остальные это учителя, какие-то инженеры, еще что-то. Это было очень много вопросов о том, что, господи, где найти работу, потому что я, ну, типа, не... То есть, подожди, а давай тогда, извини, ты просто, я очень не ожидал услышать. У сколько их, по-твоему, процентов людей нет удаленки из переехавших? Слушай, я думаю, что, наверное, процентов 60-70. 60, да. То есть большей части? Да, да. Это ебануться. Да, ну то есть это еще вот про это, то что это огромный уровень стресса, потому что ты типа остаешься без всего, без заработка и все такое, и такой просто, где я, что я, а релоцируемся просто. Да, да. Я тут на месяцок, потом как бы все будет хорошо и привычно, но на самом деле, типа, я думаю, что они понимают в глубине, типа, что это не так. Соответственно, да, очень много людей, которые вот не удаленщики, не айтишники. Плюс еще, что было про... Какой твой был вопрос? Про то, что дофига кто регистрирует ИП. И насколько серьезно вообще намерение людей здесь? Слушай, на ИП здесь это не ИП у нас. Ну да, не это, так серьезно. Это а-ля формат самозанятого. Здесь ИП это типа малый бизнес, насколько я понимаю. Да, и есть микробизнес. Да, да, ну что-то вот такое. Потому что ИП это как самозанятый. Ты просто можешь, соответственно, тебе какие-то деньги там из России, ты, например, выводишь себе, и чтобы их просто легализовать здесь и платить здесь налоги там нормально и все вот это, ты вот регистрируешь ИП. Соответственно, во-первых, тоже. Во-вторых, я думаю, что, ну, эти люди отдают себе отчет, что они здесь минимум на полгода, а то и больше. Вот, ну... Но при этом какие-то, в общем, настроения про Грузию, они каковы? Потому что, я не знаю, может, у меня, конечно, медовый месяц там и все такое, но мне все нравится вообще. Ну да, ну то есть вот у большинства приехавших это вот эти настроения. Господи, почему я не сделал этого раньше? Как здесь охуенно? Все, ну, кажется, я остаюсь. Вот, есть какой-то процент маленький, который типа, господи, тут цены типа не как в России. Я такая, ребят, там уже качан капусты стоит 300 рублей. О чем, какие цены в России? Типа, забудьте все свое до 24 февраля время, да, типа, все, забудьте, этого нет. Но людям очень тяжело с этим свыкнуться и принять, что типа здесь вот, не знаю, ну, например, я помню, что я приехала, и меня поразило, какие здесь цены на кабачки. Я просто такая, там что-то было, типа, больше 10 лари, я такая, в смысле, у нас кабачки эти просто как, типа, еще не знаешь, куда их девать, там, типа, особенно в сезон, ты просто уже такой, вот, и икру там уже и так, и запекаешь их и так далее, а здесь ты, типа, платишь за них, ну, тогда еще курс был, лари, типа, больше 30 рублей. Да, да, сейчас откатился, да. Килограмм кабачков, которые у нас там пиздец, стоят типа 20-30 рублей, здесь в 10 раз дороже. Я помню, что я такая, я не буду здесь есть кабачки, господи, нет, никогда. Вот, сейчас типа из-за того, что сезон, ну, типа почти начинается, немножко цены попадали на всякие фрукты, овощи и так далее. Но многие все равно типа жалуются, что там, я не знаю, какие-нибудь там в ресторане что-то им дороже и все такое. Но сейчас тоже курс упал. Цены упали, они вроде, ну, типа, поуспокоились, там какой-то процент, который, типа, такой, куда я приехал, что вообще происходит, вот, соответственно, есть вот эти люди, которые, ну, мы думаем ехать ли дальше, то есть сначала это люди были, которые, мы дальше поедем в Европу, просто там, через месяц-другой, потом... Куда и как? Во-первых, во-вторых, им потом понравилось, потому что эти же люди начали писать, ну, нам вроде пока ничего, мы там еще в Батум поедем, что-то это, ну, может, к осени там как-то неспешно будем что-то делать, а может, не будем, ну, то есть это, типа, сменилось вот из этого, типа, это транзит, на то, что, типа, да, как бы и нормально, и вообще хорошо, и заебись, и вино дешевое, и все такое, ну, что там такое? И хочешь сказать, такие настроения в большинстве, то есть нету такого,
такого, что большая часть людей думает о том, что, ну блин, это 10 лет назад от Москвы. Я автобусы жду 20 минут, я не могу в этом жить. Слушай, ну такие вот штуки, ну в моем, по крайней мере, чате там, канале, это единичные были. И то это, знаешь, когда только люди приехали, понятно, что ты типа с берега в карьер, да, да. И тебе непривычно, и ты можешь на что-то злиться, и опять же, твой уровень стресса, где тебя все раздражает, и какие-то вот штуки, которые отличаются от твоей предыдущей жизни, ну, где там типа в Москве можно на Яндекс.Карте посмотреть, когда автобус будет, да, а, да. Вот, и это практически 100% попадание, и ты точно уедешь там через 2 минуты, если написано через 2 минуты, а здесь как бы типа не такой уровень айтишечки и приложение с... Да и автобусы тоже как-то больше по, своей, ну, по да, своему расписанию да, живут. Там, что-то, да. Вот, но все равно потом такие все, а, здесь тоже можно платить карточкой в автобусе, угу, прикольно, а можно и мелочью, и карточкой даже, потому что у нас же после ковида вообще нельзя наличкой расплачиваться в автобусе, вот, все такие, ничего, и какие-то типа свои плюсы находят, свыкаются, там через недельку-две, и тоже типа потом эти люди уже не пишут, там, да, вот, ну, соответственно, да. Просто именно для того, чтобы, мне кажется, ну вот, людям из всех ближайших СНГ-шных стран осесть, у меня ощущение, что, ну, лучше варианта в принципе быть не может, ну, потому что меня больше всего среди грузин удивило, что все абсолютно разделяют государство и людей, и это понятно каждому таксисту, каждой бабушке и т.д. То есть есть те, кто ненавидит русских просто в принципе, но к этому мы сейчас перейдем еще. Да. Но именно сам факт того, что им не кажется, что ты полностью солидарен с тем, что говорит твое государство, для них это не вопрос, потому что они тоже совсем не солидарны и в основном жалуются на свою политику. Ну, тогда мы можем перейти с тобой к волшебной теме, которая у нас будет на превьюшке. Будет вот так вот написано «Русофобия». Ну, конечно, конечно. Расскажи, с чем ты сталкивалась самым страшным и насколько это регулярно? Слушай, ну, с самым страшным это я сталкиваюсь с отказами в квартирах. Вот, это причем это такой, типа, наверное, пассивного активизма в том плане, что тебе через агента говорят, русские не сдают. Ага. Все. И сидят очень довольны. Да, ну типа и все. То есть это не... Ну мне не писали, я знаю, что ребятам некоторым писали там на каком-нибудь Airbnb, еще где-то, русский корабль, иди нахуй, да, что-то такое. Или там типа, да вы все хули, вы тут понаехали, бан, все, до свидания, мы вам ничего не сдадим. Ну то есть это типа была агрессия как бы напрямую и агрессия, а не просто отказ. Вот, но я, типа, вот, да, самое страшное, с чем я сталкиваюсь, это проблемы с карточками, с открытием в банках, да. Которые сейчас вроде как выправилось там, типа, как... За полтора часа получил. Да, ну, типа, там вообще непонятно, как отказывают, и теперь это не повсеместная история, когда приходишь в ТБС, тебе либо дают бумажку о том, что Россия либо когда тебе дают бумажку, где тебе нужно вот такую стопку документов внести, которых, типа, ты уже многие из них не можешь достать, потому что они все в России остались. Вот. Ну, соответственно, сейчас такого нет. Ну, типа, тебе как-то там кто-нибудь откажет, кто-нибудь потом ты приходишь в то же отделение, тебе скажут, ладно, хорошо. Ну, то есть тут, типа, нет повсеместности, короче. Окей. И хочешь сказать, это самое страшное лично у тебя? Ну, да. Ну, то есть мне никто ничего не говорил, типа, на улице ни разу. И то все со мной очень легко переходят на русский язык. Ну, типа, я им там Маджубат, а они мне такие, здрасте, вам чё? Типа того. Ну, или просто мы там, я чем-то на английском, она такая на меня смотрит, типа, может, русский? Я такая, ладно, хорошо. И за сколько времени, за какой период? А, слушай, ну я здесь уже почти 2 месяца. Ну, то есть и за 2 месяца ничего. Ну, слушай, хорошо. Ладно, я ожидал от тебя какого-то большего мяса услышать. Нет, у меня, ну, максимум, слушай, что было, это чувак ходит по барным улицам, находит там, где русские, и орет, что русские, я вашу маму ебал. И так примерно минут 15 он ходит и орет, вот. Но после этого уходит. То есть, в принципе, и это было всего один раз, вот в моем случае за 2,5 недели. Я вот даже его, да, не видела никогда. Хотя я часто хожу там, типа, где испанские бары, вот, ну, соответственно. То есть это что-то такое, ну, кто-нибудь может на асфальте написать «Fuck Russia», и я такая, ой, господи, боже мой, ну, типа, кому? Это лучше, чем буква Z. Это, ну, типа, просто меня это как-то не трогает, потому что, ну, я такая, ну, fuck Russia, я понимаю, типа, злость, я сама злюсь, типа, на действия российского правительства и России сейчас, вот, собственно, я поэтому с ней уехала, логично, ну, соответственно, поэтому я такая, да, fuck Russia, хорошо, вот, типа, окей. Вот, что еще? Ну, а может, ты, подожди, а историй в чате каких-нибудь не было? Слушай, ну, там какой-то чел, который довольно любил, типа, говна на вентилятор набросать, он такой, типа, я видел, как женщина какая-то из окна кидалась яйцами.
В русских? Да, типа в очередь в Кредобанк. Я такая... Верится трудом, но хорошо. Ну, допустим, даже. Верится абсолютно. Да, ну вот, в общем, я такая, хорошо, даже если это правда, ну, типа, хорошо. Но это, опять же, единичный случай, там, типа, 8 тысяч человек, да. Один чувак видел, как кого-то закидывают яйцами. Господи, ну это, ну, типа, процентная выборка. Все? Ну, типа, да. Блядь, ну все, можно ролик закрывать, на самом деле. Все, все, ребята, все. Ватники такие, что писать, господи. Не, ну реально, и то есть, окей, ну я просто так понял, здесь в принципе, здесь очень странная история с тем, что у них свастики существуют где-то рядом с воровскими понятиями, и да. Это что-то такое общее у них, и есть, ну как и в любой стране, радикально настроенные люди, ну, именно да, да. Националистические, но ты хочешь сказать, и я просто не ожидал, что не услышу от тебя ничего про русофобию. Ну, например, ну опять же, да, это вот, что имела системный какой-то... Ну, например, этот там какой-то клуб Балдиани, если я правильно, ну, его господи. Называю, он закрыл вход русским, и я не подозреваю... Не Балдиани этот, как его? Босиани, вот. Извините. Я подозреваю, чтобы их никто... опять начали пускать, буквально через неделю. А, ладно, я... Типа сначала такие, Россия... все такое, мы вас вообще там, украинский флаг на печатях, в клуб. Ну, конечно, это типа как противодействие очень, ну, сильно встретило какую-то типа раздражение, агрессию. Понятно. И так далее со стороны типа российских экспатов. Ну, потому что типа, опять же, да, разделение и все такое, но как бы ладно. Ну, все такие, ладно, мы не себя не будем ходить. Все остальные клубы такие. Ну, типа, потом, соответственно, что-то через неделю кто-то там на какую-то тусовку пошел в рейверском чате моем. А, да, кстати, еще рейверский чат. Да, все такие, а, да нас пустили вчера. Ну и все, типа... Понятно. Все, да. Просто как и в случае с квартирами, там не всегда причина, что просто русским не сдают. Так и в случае с клубами, то есть с квартирами была в какой-то момент логика, что из-за русских поднялись цены на квартиры вообще, и поэтому нужно вселять, мол, грузинов, потому что они жилья лишились, и типа надо своих заселить. Слушай, ну когда эта цена типа $1000 за, блядь, однушку в центре, я не думаю, что они рассчитаны на грузинов. Я вообще не думаю, что там прямая какая-то логика, которая там... Я не думаю, что там вообще логика, но это другой разговор. И в случае с Босиани, мне кажется, это больше для избежания пизделовки просто. Слушай, ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это типа как элемент политического высказывания, да, было. Вот, ну, потому что они, правда, они примерно в тот же день или там на следующий день они выставили у себя в Инстаграме такую, типа, они сделали штуку вот про Russia Occupation, там украинский флаг был и все такое. Это было как, типа, я думаю, что жест поддержки. Вот. Но опять же, типа, довольно быстро, либо там это была какая-то чья-то инициатива, несколько дней, а потом по шапке кто-то получил. Ну, что-то такое. Вот. То есть это не, опять же, не носит какой-то, ну, типа, вездесущий характер. Понятно, вот. Понятно. И нет ощущения, что это может прийти. Потому что, ну, откровенно говоря, пиздец продолжается и длится, и творится. И там вот те же чехи, они во многом считали русских... Хотя у них это было вообще 30 лет назад, но они это не забывали. Вот от этого, от кого-то недавно слышал, что то ли у датчан, то ли у кого-то такого есть слово типа «русскрик», которое обозначает именно боязнь русских. Потому что очень много у кого есть именно, ну, такое национальное воспоминание об этом. Ну, и... как и у эстонцев Литвы, по-моему, да. Ну да, и всех соседей. Да, мы да. Вообще лучший сосед. И у грузин то же самое, и явно неспроста, и это имеет смысл. И, ну, довольно высокая вероятность, что произойдут еще какие-то события, которые, ну, логично подогреют всю эту ситуацию. Слушай, ну, понятно, что если новые какие-то события будут, во-первых, я думаю, что если будет какая-нибудь вторая Буча в каком-то Мариуполе, ну, она, то, по сути, типа, будет. Ну, понятно, что может новая ветвь этого всего. Это логично. Вот. Понятно, что если опять какие-то начнутся империалистические настроения в сторону Грузии, тоже это будет. Вот.
Ну, то есть тут невозможно предсказать. Ну, Есть ли у тебя соображения на этот счет? То есть, что делать, в смысле? Нет, в плане, есть ли опасения? Кто вообще, думает ли кто-то об этом, и что он об этом думает? Ну, там что-то было про, например, Южную Осетию, да. Что там они хотят референдум. Но вроде ничего, все заглохло. Это какой-то такой, мне кажется, был вброс для отвлечения внимания, типа, вот. А сейчас вроде бы все опять забили и положили на это болт. Mm-hmm. Вот, в том числе там в России наверху. Вот, соответственно, ну, у них явно, видимо, проблем в связи с Украиной прибавилось, и им не до всех остальных. Да, да. Ну вот, соответственно, ну, у меня есть опасения, потому что вообще абсолютно невозможно и непредсказуемо, что там в голове у сам знаешь кого. Да, да, да. Потому что никто... Ну, ладно, окей, кто-то думал, что может начаться... Украине, но никто все равно до конца, ну, да. не то что, ну не верил, да, наверное, ну типа надеялись, что это вообще какой-то сюр, что это просто запугивание и все такое, а потом когда началось, я просто такие, все, блядь, просто, да, да, вот, да. Ну соответственно, что ему там завтра ёбнет в голову, невозможно предсказывать. Однозначно. Хочется перейти от русофобии к, наоборот, русским внутри. У нас просто... Ну, я вот из-за того, что и до этого смотрел на мигрантские чаты, на разную мигрантскую движуху, у меня и до этого было ощущение, что внутри страны мы супер атомизированы и объединяемся в какие-то очень мелкие сообщества по очень мелким интересам. А как будто именно мигранты вот а-ля ты, то есть, ну, я просто видел тоже чаты таких, ну, более бумеров, и это больше выглядит как такой какой-то одноклассники форум. А в случае именно вот с такими, как ты, в разных странах, как будто бы эта атомизация, она как раз очень резко спадает, да. И происходит мощное объединение. Ты это ощущаешь? Да, да, так и есть. Но я как раз в первые еще дни... буквально я помню это свое переживание, ну, то есть у меня тоже было ощущение, как будто я вообще одинока по своим взглядам, все такое, даже когда я в России пыталась найти какие-то там тусовки активистские, там политические, не знаю, какие феминистские, еще какие-то, это все равно было такое что-то кулуарное, что-то такое, типа мы собирались на какие-то, типа, штуки по 30 человек, мы такие, как бы прикольно, что мы вообще не одни, да, но как будто да. В огромной Москве, где там 14 миллионов человек, ты не можешь найти себе даже, типа, большую какую-то супертусовку, вот, это... Ну, это пиздец, типа, ты чувствуешь реально себя одиноким и каким-то очень таким, как это сказать, изгоем по факту. И сейчас, тем более, я думаю, что люди, типа, примерно моих взглядов, чувствуют себя там, типа, просто как какие-то эти клоуны, потому что, типа, везде эти Z понавесили, и все такие, блядь, как будто я в дурке. Типа, это я идиот, или, типа, наоборот, что происходит? И, ну, вот у меня такое ощущение примерно было. Ну, соответственно, здесь, наоборот, вот я помню свое переживание, когда ты приходишь в МакТи, оформляй себе симку, у тебя все в очереди явно российские иммигранты, ты такой просто, типа, как будто братку просто какому-то своему, типа, слышь, что там, кто посидит в очереди? И ты, типа, ну, супер сокращается дистанция между вами, и как будто вот это ощущение, как будто вы все здесь по политическим, типа, соображениям и довольно активны, если вы, блин, взяли весь свой дом и просто и переехали. Вот, я помню, что когда у меня была первая встреча чата, пришло больше 40 человек, и мы тоже там как будто, мы все живем одну жизнь, вот такое было ощущение, потому что, ну, как бы ситуации разные, понятно, что кто-то там айтишник, кто-то там учитель математики переехал и все такое, но это настолько было, как будто мы очень похожи по взглядам, по каким-то типа... по социокультурному какому-то своему там вот в России, в Москве и так далее, там, или не в Москве. Ну, короче, это было очень классно, и сейчас это очень классно, вот, и прям, ну да, есть вот это ощущение, что как будто все эти люди, они там начали тут же мутить какие-то активистские проекты и какие-то там, не знаю, организовывать помощь украинцам, какие-то там мероприятия, то есть какие-то, ну, куча, опять же, редакций каких-нибудь там иноагентских СМИ переезжали там в количестве охлён человек. Да, да, да. Ну, то есть, да, и ты прям чувствуешь, что, ну, на встрече ты просто понимаешь, что никто тебе не скажет, блин, а чё, ну, может, спецоперация просто? Вот, ну, типа, нет такого, да, это очень клёво, и прослойка такая приехала. И при этом это мультинациональные тусовки, то есть там есть и русские, и украинцы, и белорусы? Да. Да, и это не вызывает никаких вопросов? Да, ну, все даже... Мне очень спрашивают, как будто, ну, вот у меня не было такого, чтобы подошли и спросили, типа, а ты откуда?
Все как будто, ну, типа, базово, опять же, это как будто такое, когда ты человек мира, типа, условно, вот ты себя так ощущаешь. Просто вы все в примерно одинаковом, ну, социокультурном бэкграунде и взглядами, и все. И вы даже не обсуждаете, кто откуда, если это не заходит какая-то, ну, специфическая тема. Ну, соответственно, и ты чувствуешь себя как будто все едины. Даже казахстанцы тоже. Да. Окей. А много казахстанцев? Ну, казахстанцев меньше, чем всех остальных, потому что, ну, белорусы, понятно, тоже, типа, сбежали от режима. Ровно те же причины. Вот, да. Соответственно, как-то с белорусами побольше, типа, пересечений у меня было. Вот. Казахстанцев меньше всего, потому что у них вроде там как, ну, типа, успокоилось, и это как будто их не касается, они там где-то вдалеке, и вот. Считаешь ли ты себя патриоткой? Слушай, ну, смотря что вклад в патриотизм, я считаю себя, потому что я люблю Россию не с правительством, типа, и не с тем, что она делает. Я люблю Россию, прекрасную Россию будущего, в которую я верю. Вот примерно такое у меня ощущение. И Россию, вот, например, там, как ребята сейчас борются внутри России, вот их всех я обожаю, и люди, которые мне близки, я их обожаю, вот, и которые понимают, что, типа, Россия делает какую-то империалистическую хуйню. Ну, то есть, да, вот. И, опять же, мне хочется самого лучшего для Родины, а не того, что сейчас там происходит. Да, так что для меня это патриотизм. И люди, которые делают вклад в все эти идеи, ну, тоже, мне кажется, что они патриоты. Вот. А люди, которые, типа, мы сильные, Z, мне не кажется, что они патриоты. Мне кажется, что это просто петушатничество какое-то, вот, если честно. Окей. И я это задавал к тому, чтобы задать вопрос из комментов. Так. Если ты такая патриотка, то что ты уехала? Блин, это очень смешно, да, обожаю. Ну, типа, потому что мне все равно важнее сейчас в таких обстоятельствах моя жизнь. Я считаю, что я здесь буду эффективна даже для своей родины, чем там, когда я нахожусь, и где я могу просто какой-нибудь, типа, репостик или постик в инстаграмчике. И тут же в отдельчик. А тут же в отдельчик, и на 15 лет мы тебя оформляем. У нас вообще папочка тут на тебя, вот это вот все. Ну, то есть, типа, это неэффективно. Соответственно, все равно плюс, я считаю, что довольно, типа, показатель какого-то психического здоровья, когда ты все равно можешь выбрать себя. Ну, типа, вот это вот класть себя на алтарь каких-то великих идей, это, мне кажется, максимально нездоровая история, вот, в плане, типа, именно психически. Извините, жертвенность. Вот, когда, ну, типа, ты соблюдаешь какой-то баланс между тем, чтобы и тебе было окей, и ты вкладывался ровно столько, сколько тебе ок. Вот, когда, ну, человек, например, типа, ему очень хуёво, и кто-то говорит, а чё ты на митинги не выходишь, а? А чё ты ничего не делаешь? Ну, типа, это довольно странно, это какое-то прерывание чувства вины и всё такое. Ну, короче, дерьмо. Окей, окей. Я продолжу идти по, даже не знаю, как это сказать... по, в общем, такой повестке, что вы делали 8 лет. То есть ты, получается, организовываешь россиян для того, чтобы они Россию покидали. И на какие шиши ты живешь? На этом и зарабатываешь? На том, что русских из России вывозишь? Да, пиндос мне платит. Запад США и все такое. Ну, по факту я живу, я сдаю квартиру. У меня есть деньги, типа вот с квартиры мне приходят какие-то. Плюс это донаты, плюс это реклама на канале. А, то есть ты сейчас до сих пор живешь исключительно своими каналами, и это твоя фулл-тайм работа, и ты этим и зарабатываешь. Да. Окей. И какие у тебя в этом плане соображения о будущем? То есть, ну, например, Россия обеднеет в некотором смысле, там вот донаты у тех же стримеров упали и т.д. Слушай, ну мне донаты уже на грузинскую карту делают. То есть это люди, которые уже здесь. Блять, все спланировало. Не обманешь, не проведешь. Ну, я единственное, что боюсь, что у меня вот с квартиры перестанут приходить деньги. Ну, если, типа, кто-нибудь ожесточит, там, если Тинёк подпадет под санкции, если Binance перестанет, там, крипту выдавать россиянам, всем с российским гражданством, ну, я не знаю. Заколотят двери золотой короны. Ну, типа, да. Ну, кстати, у меня золотую корону так и не получилось ни разу. Да, и не стримом тоже. Вот у меня сейчас застрял перевод, я просто такая ради фан, такая, ну, попробуем 1500 себе скинуть рублей. Вот, он такой... Нет. Я такая, бля. Поэтому вот я сейчас крипту вывожу. Про золотую корону я потом спрошу. Хорошо.
Ну, короче, да. Я думаю, что я просто здесь открою ИП-ху и научу что-нибудь типа кофейню, какую-нибудь организацию, еще что-то, вот и все. Ну, слушай, я, в принципе, более чем доволен получившимся подкастом. Ты можешь порекламить сейчас какие-то свои соцсети и вообще, ну, все, что считаешь нужным порекламить, особенно рейверский чат. Ну, он, кстати, единственный из всех, кроме городов, еще не монетизируется. Там всего 400 человек, это только свою тусовку надо здесь собирать. Ну, в общем, да, если кто-то вдруг еще собирается переезжать или уже переехал и не знает, что здесь делать, и куда сходить на рейв, и с кем пообщаться, и вообще как, типа, социализироваться и все такое, я думаю, что мы оставим ссылку на, типа, главный чат, там, типа, есть в закрепе пост со всеми чатами, вы можете, типа, ими пользоваться на здоровье, и можете кидать мне донаты тоже, чтобы я жила, пила кофе и работала дальше. Вот, поэтому, да. И покупала замороженное мясо в Ринобидже. Конечно, конечно. Шутка в том, что это самый дешевый магазин в Грузии, да. Спасибо тебе, что ты пригласил меня. Спасибо, что пришла. А на этом все, собственно. Подписывайтесь на все замечательные ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели. Вы знаете, где кнопка подписки. Миш Сейн уехал, а я остался. У меня застрял гашиш в каждом из 5 пальцев ногтях. То есть ты знаешь, братан, я не курю в затяг. Это просто империя. Оксимирон, респект. Он тоже, кстати, эмигрант. Сейчас в Лондоне сидит и попивает свой ебаный чай English breakfast. Или что там еще? Вообще они больше любят бухло. Я бы хотел жить в Лондоне и получить пизды от фанатов команды Челси. Кстати, я объелся. Это были булочки со скрэм. Такое в Питере можно купить повсеместно. Вообще город пресный, а не соленый. То есть мы не употребляем. Кстати, если ты не остался с нами, а съебался, тебе тоже респект. Хотя и чуть-чуть поменьше. Мы все понимаем, но если что, то место есть здесь. Так что возвращайся, братишка. Вся сила в правде. А родина там, где тепло, жопе. Мы русские друг друга не обманываем. Ну давай, даст бог, свидимся.